То есть в конце мы должны увидеть два спектакля. Нет, зачем же? В этом же весь прикол. Ему было больше. Ромео втыкает ножницы в горло Джульетти. Давайте те, кто в черном, они на стороне, получается, семья Ромео. Вот. Семья Ромео в черном. Это не черный, если что, синий. Ну, почему не снимать? Ну, куда девать? Рот, ну, если ты делаешь что-то, это же
Нет, дружба, жвачка. Ну, прям очень радостно, женщина. Без матов. Попрошу не держаться. Меня все равно не видно, а черты. Как же? Так, я знаю, что это еще за организация. Бан, понимаешь? Ну, хорошее. Сначала... Слуги двух разводящих семейств берутся на площади Верона. Есть разводящие семейства, и слуги начинают делать... И как это связано? Это началось уже. Это прям... Понимаешь? И по что это вытекает? Сейчас. Это вытекает в Ватикампу. Ватикан? Ватикан, да, лучше Ватикан. Ватикан, что? Ватикан. Так, подосовку устанавливает верховный правитель. Ну, так персонажей не хочет. Ну, я не знаю, может, просто могут просто люди побегать, там, друг друга пиздить немножко, потом голос скажет, верховный правитель сказал, вот нахер. Чего кого пиздить? Просто как-то друг друга не идентифицируем. Я не знаю, это очень краткая сказка, что это написано. Что не знаю, что это сказание по самому прекрасному. Ватикан. Они встречаются, и это порождает глубокое горячее чувство. Все, надо показать два блока. Враждующие семьи, вот эта любовь и... Нет, ну, точнее, три блока и... Изображение, да. Можно дальше не читать. Мы примерно знаем, что делать. Вот, значит, полезть кто кого пиздил. Там уже просто Мы пропустим пиздил до момента, когда у них короче раскрутие, что их родители, может быть, пропустить пиздил? Давайте, я хочу Чувак, тебе для этого как бы не нужно. Не обязательно участвовать. Нам просто надо показать, что в общем не согласен, если в котором участвуют там кто-то. Может, это Можно оригинальные? Нет, можно современные. Нет. Время любое век до нашей. Потому что Ромео там я был не абы какой, а пораженный стрелой Амура прямо в сердце под балконом у Джульетты. Это они уточнили. Это же кусочек монолога Джульетты, по-моему. Ромео? Ты в театре играешь? Почему же ты Ромео от отца или имя измени? Я дальше не знаю. Так, мы сейчас опять останемся. Давайте мы, короче, эту фразу просто проиграем. Ромео, почему же ты Ромео? А потом на ремиксе так. Ромео, почему же чу-чу-чу-чу-чу Ромео? Потом выходит за ним хор военный. А потом сзади там начинается. Каждый из них подходит к Бате, говорит, я тут типа замуж, не хочу жениться, Батя говорит, нет, нет, и все. Да, вот, вот. Насколько помню, там еще был, короче, момент, где один брат, короче, убивает другого. Да, да, это уже только вот. Вот, значит, еще нужен брат, и только он Ромео убивает брата. Да, нет, сначала там хоть один какой-то брат, потом Ромео, там как, ну, Стя уже убил второго.
Да. Так, значит, сколько нам людей нужно, если... На смерти давайте да, просто да. Тупо сократим до того, что Ромоу убивает. Вот это он, брат. Да, я же нет, типа... Вот пусть брат будет. Я буду священником. Брата, так. Зачем? Кого будет убивать? А кто у вас женить-то будет, а? Не, ну мы же сокращаем. Ну мы вообще-то священники. Они же не женили. Это же трагедия. Ну они... Кто им всем вообще помогал? Кто им этот яд тут... Как это никто? Священник всегда был рядом. Кто всегда был рядом? Священник всегда был рядом. И вообще-то Ромео всегда приходил исповедоваться к священнику. Это же религиозная прям тематика получается. Можно вести священника, можно хоть и я. Довольно единицы. Мафию вести хоть, я не знаю, хоть карманом бунтом. Хоть карманом лепреконом. У нас же как бы своя история. Так что без проблем. Хочу священника. Столько идей. Просто... Я же не умею играть. Давай я буду священником, у меня как раз есть. Кто здесь умеет все сказать? Я же знаю, что говорю. Да мы все напишем. Конечно, у нас осталось 8. Давай, священник. Давай, священник. Я священник. Так ты же не умеешь, а ты же не умеешь. Потому что два бати, я один бати, я нужен другой бати. Батя, вот еще батя. Сейчас не это, ладно. Ты? Я вот батя. Ты? Я Ромео, да. Как записать? Батя Ромео или батя Джульетта? Ну, это пиши батя, может, вы. Нет, я просто для людей не по имени написала. Мне вот даже интересно, что здесь написано. Девушка Ромео. Это кто? Получается, они таким образом. Батя Джульетта, как стучат от... Батя Ромео. Товарищ, как происходит встреча? В общем, батя Джульетта... Батя Джульетта... хочет отдать ее замуж за какого-то влиятельного, богатого мужчину. И на празднике, по этому поводу, по поводу встречи этих будущих молодоженов, Ромео с его друзьями нелегально туда проникают, он первый раз видит Джульетту и влюбляется. Давайте я влиятельный богатый. Да он там даже... Слушай, там вообще на два бати? А, нет, там он хозяин. Да, он там... Ну, по-моему, у нас людей не хватает на что. Он есть, но в кадре не появляется. Он слишком влиятельный. Да, короче, они случайно встречаются глазами и начинают эти встречи глаз, рождают в сердцах. Встреча глаз. Горячие чувства. Встреча глаз. Слишком много актерской игры. Я не могу сказать глаза на встречу. Вот у нас будет дерево. Глаза. Мы можем лес играть. Нет, ты хочешь. Ромео узнает, но как бы его... Он успевает убежать, Там, конечно, под балконом у Джульетты происходит вот это. И вот тогда брат Джульетты, он как бы пытается найти типа оскорбление Перпыры из-за этого. А кто брат Джульетты? Ты. Я? Ты. Ну хорошо. Брат Лоренцо совершает тайное вещание молодых людей. Они тайно вещаются. А там же уже не только это брат Джульетты. Нет. Нет, так, да. Пояснять за жизнь. Дальше Меркурцио и Бенволио, я так понимаю, чуваки из противоположных. У нас только один остался актер. Ребята, нам отцы, наверное, не нужны. У нас два? Зачем? Они же вообще... Меркурцио, тогда. Меркурцио, это чувак из семьи Джульетты. Чувак из семьи Джульетты, он хочет отомстить, и он вступает в драку с братом Ромео. Я брат Джульетты, и что я делаю? Нет, ты будешь брат Ромео. Смотри, если объединить, то есть Меркурцио и брата Ромео. Кого? Ой, Джульетты. Что? Потому что ты должен убить сам себя. Нет. Смотрите. У Ромео был друг. Его убили. Ромео из-за этого стал убил брата Джульетты. Можно просто упросить эту цепочку и сделать так, что не Меркурцио убрал брата Джульетты, а Ромео убрал брата Джульетты. Ну все, это нормально.
Давай, короче, Джульетта подходит. Джульетта подходит к бате, говорит: батя, я хочу жениться. Замуж. Ромео подходит к своему бате. Батя говорит: батя, я хочу выйти жениться. Батя говорит: иди убей типа Джульетту. Другой говорит: иди убей Ромео. И они приходят, и братья убивают друг друга. Я брат Джульетты, что я делаю? Прикольно. Можно давайте так сделаем. Что я делаю? Нам нужно два брата. Два брата, есть два брата. Вот все, у нас все ролики. А я это приводит к изгнанию Ромео. Друзья, осталось 5 минут. Хорошо. Братья, мы уже все разучили. Они типа перепутали, да? Типа братья перепутали вот этих, да? Ну пришел брат убивать Ромео, а брат Ромео приходит, говорит. А, они дерутся, ну, и дерутся, и дерутся. Так можно. А потом как перейти на любовную линию то снова? Блин, а можно, знаете, просто смерть в конце все умерли, трагедия. Можно сделать версус батл, если брать. Ок, они готовы взять на себя батл. Это будет основная сцена. Вы можете хоть внешний брейк танцевать? Ну я блин, не я. Только час. Могу только... Только твердый. Можете внешний брейк танцевать? Батл по твердку между братьями. Кто вы, ресторатор? Ты... Ресторатор-священник. Я священник, да? Да, ты даешь яд. Голос за камерой. Я голос за камерой. Че вчера? Когда мы пиздиться там можем? Да будет. Так вот, в итоге, да, как в любом рейде находится? Ну, короче, можете... Изначально люди друг друга, но приходит к своему бате, говорит, я хочу жениться. Джульетта приходит к своему бате, говорит, я хочу замуж. Так. Батя говорит, ладно, идея. Ну что, я понимаю, что у нас... Батя, брат Ромео, иди убей Джульетту. Батя Джульетта говорит, брату Джульетты, иди убей Ромео. Братья идут навстречу друг другу, встречаются и начинается батл. Убивают друг друга, да, что? И все. И все. Все? А, по... Нет, там открытая, да, линия осталась, ну там любовь, да. А зачем она тогда не хотела? А священник тогда? А зачем она тогда? Нет, ребят, ну... А священник просто стоит все время. Чуваки, ну эта сцена с ядом там и с мечом, это как бы квинтэссенция. Братья встретились и влюбились друг в друга вместе с другом. Мне нравится, вот это. Они уехали просто всех четвером. Я точка, когда Ромео и Джульетта потом пробили друг друга. Типа из ревности играть. Ты завратил моего, твой брат завратил моего брата. Мы моего брата спидарили. Можно, типа, я не отдал тебе моего брата. А я буду вообще шкаф, мне нравится. Я придумала себе роль. Я в драме с нацелением. Моральный нрав, смешная оценка. Осталось 2 минуты. Кто нам пора репетировать. Тебе нужно же мне. Нам никто не нужен. Нет, кстати, можешь просто сидеть с таким вот плечом. Я говорю, я здраво спала. Уже иногда, периодически. Массовочка. А я просто хочу играть вот эту роль. Вообще прикольно получилось. Только тогда, нужно каких-нибудь еще что-нибудь. Я бы идеально. Да, даже сам Шекспир сейчас заплакал. Да, он вообще рыдал. Давайте теперь структурно просто, чего мы делаем. Да, структурно построим. Давай быстро. Сначала идем как по каналу. Ромео подходит к своему брату. Вот, записывай. Сообщает, что он любит Джоли. Джоли. Ромео подходит к своему брату. Я люблю Джоли. Нам нужно подсыграть страсть. Что? Не буду я это играть.
Я догадываюсь, работаем на таких условиях. Это же родительство. Но может быть вы можете выбрать, чтобы один брат был тянутым, я не знаю. Решите эту проблему. А, кто инь-ян, кто инь, кто ян. В этом плане. Слушай, они оба мужчины были брать. Один из двух женщин. Я актер. Я верю, что я по РМС, никто ничего не мешает. Можно я здесь поделюсь? Не знаю. А это тоже не так интересно. Да, ну это вообще антиконцепция. Да, я вообще сама... Просто сыграйте все эти условия. Дайте нам еще штрафных 3 минуты. Да, да. Штрафные 3 минуты. Батя поцелает воду. Не, ну говорите, по идее, я тут я организую. Батя еще говорит. Батя говорит, я вот и эта идея все организуете. Ну он так говорит. Не, ну просто действует, у нас наша организация. Роман уходит, а... Не, ну просто ничего не говорит, хорошо, плохо, уйди, я все организую. Потом уходит, а Батя посылает. Стану на балкон. На балконе это будет? Нет, зачем? У нас нет балкона. Нет, она нужна обязательно, ключевая сцена. Да, и нужно это с твоими ключевыми сценами. Уже все, уже изменилось, 3 минуты осталось. Давай, пиши, как есть. Что за херня у нас вообще получается? Нормально все получается. Сначала должно вообще встретиться, показать брошу. Джульетта подходит к своему мать и тоже говорит, я хочу быть с Ромео, пиши. Типа Джульетта тоже там к своему мать подходит после этой же сцены. И говорит, типа, ну там... Потом каждый из отцов посылает братьев убить другого влюбленного. Да, убить Джульетту, убить Ромео. Каждый батя. Мы обозначили любовь. Каждый из них начали срывать. Тут, понимаете, суть в том, что вы играете, не вы в друг друга влюбляетесь. Да я понимаю, что. Вот смотри, вот этот брат бежит за этим братом. Он по-любому... Это...
брат Ромео, а брат Джульетта. Джульетта, ты не можешь вынести того, что сделал брат Ромео с твоим братом. Ты просто убиваешь. Себя. А может, ты не убиваешь Купидона? А может, мы Раскольского убьем? Убьешь Купидона? Да. Нет? Да, кстати, вариант. Можно убить Купидона? Да, я убиваю Купидона. Кто пошло летать? Почему я со здравого смысла упала на Купидона? Внимание, Купидон, сейчас рассказываю, почему происходит именно так. Выше консенсор, это типа буду я там за кадром голос. Ты режиссер. Тебе, да, тебе дают инструкцию, найти только двух этих людей. Да, двух молодых людей. Понятно, что по ним бывает в страсти. Но ты путаешься. Да, какой путаешь, ты его не будет, она промазала. Ну все, надо играть. Я тебя не критизирую, поэтому она случайно вместо тусующихся там Ромео и Джульетта. Да, все, мы закончили разрабатывать наш спектакль.